кстати, Роман, это видео про ваш одуванчик. Я запрограммировал диафрагму 2.0 и фокус на 50 миллиметров. Вот смотрите, это одуванчик, это специальная полочка. Сейчас я наклею одуванчик на полочку и во второй части видео покажу вам наглядно, как это будет клеиться вами на ваш переходничок. Так, вот одуванчик наклеен на полочку. Смотрите, вот берем кольцо. Это кольцо не Nikon Canon, но такой же конструкции. Прикладываем калибр. Вот в это отверстие стопорное. На калибре есть ножка. Приложили калибр. И по калибру, по его правой вот этой вот границе, мы приложили одуванчик. Вот, вам нужно будет взять скальпель, сделать засечку с этой стороны одуванчика, то есть его границу посадки на кольцо, и засечку с правой стороны одуванчика по калибру. Сделали две засечки, потом, согласно инструкции, надфилем здесь немножечко кромочку сняли, совсем чуть-чуть. И с внутренней стороны тоже зачистили хромированное покрытие для того, чтобы клей держал одуванчик. Затем это все обезжирили. Также опять потом нанесли клей, как написано в инструкции. Вот, приложили опять калибр и приложили на клей ваш одуванчик с полочкой. Убрали калибр. Как только почувствуете, что клей схватился, убираете калибр. Вот. И буквально минут 5-7 одуванчик будет уже держаться на вашем кольце. После того, как вы его наклеите, вы вставляете кольцо с наклеенным одуванчиком в камеру, и оно должно вас показать диафрагму 2.0. Старайтесь все делать так, чтобы у вас даже пары клея не попали на одуванчик. Если вдруг на одуванчик попали пары клея или капелька клея, ничего страшного, возьмите также ваточку со спиртом и аккуратно протрите все контакты одуванчика, чтобы не оставалось кусочков клея. Вот. Сейчас я это все дело упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.